Дорогие друзья, скоро этот год закончится и начнется новый. Появится много новых эмоций, много новых возможностей. А я предлагаю проводить его вот таким замечательным зимним напитком, который называется пунш. Несмотря на то, что пунш придумали английские моряки, которые плыли из Индии, возвращаясь к себе домой в Англию, тем не менее он стал популярным во многих странах мира. В сотейник я налил красный виноградный сок. Сразу включаю плиту, нажимаю кнопку «Бустер» для того, чтобы он максимально быстро стал нагреваться. Индукция делает это за считанные секунды. Как только у нас начинает закипать виноградный сок, добавляем сюда немного воды, для того, чтобы он не был такой концентрированный. Сразу же 2 палочки корицы, буквально 4-5 звездочек аниса, кардамон зеленый, черный или белый, неважно. Главное, чтобы кардамон там был обязательно. Добавляем несколько коробочек. А вот гвоздики не жалейте. Штук 10-12 гвоздиков отправляйте прямо сюда. Обязательно пригоршню изюма. Он даст определенный вкус, подчеркнет аромат винограда и сделает наш пунш более сладким. Имбирь кто-то добавляет сушеный, но из-за сушеного там получается муть какая-то. Поэтому я всегда предлагаю использовать свежий, тем более он более острый, яркий и пряный по вкусу. Тут на любителя. Смотрите, я довольно много. 3, 6, 8 кусочков сюда добавляю. Важно очень сделать пунш очень пряным и ароматным. Иначе тогда все не получилось. Без лимона не обойтись никак. Лимон – король всех цитрусовых, поэтому во всех пряных напитках, будь то пунш, глинтвейн, грог или еще что, должен быть обязательно лимон. Я его нарезаю такими треугольничками. Половинку лимона, целую половину лимона. И отправляю вот сюда. Яблоко – это обязательный элемент. Я его нарезаю такими пластинками. И отправляю их в наш котел, в котором варится ароматный напиток. Он кипит довольно сильно, можно убавить огонь. Если недостаточно, добавьте немного сахара в пунш, так он станет вкуснее. Кипеть пунш должен не более 10 минут, иначе переварится все это. Выключаем и добавляем самый главный ингредиент. Это какой-то алкогольный напиток. Это может быть и индийский ром, это может быть кубинский ром. В моем случае я добавляю вкусный армянский коньяк. На литр нужно примерно граммов 200. Этого будет достаточно. Теперь я беру красивейший бокал для пунша и наливаю в него чудеснейший напиток. Украшаем свежими зелеными листочками мяты, и наш новогодний напиток готов. Новый год – это всегда праздник, который хочется провести с семьей. Я желаю, чтобы в новом году все, что вы задумали, сбылось. Приятного аппетита! Будьте с нами, следите за нашим каналом. Медея, почувствуй себя дома!